Здравствуйте, это Анапа, 21 сентября 2018 года. Мы с Машей идем в школу на мероприятие. Несмотря на то, что день жаркий, Маша надела сглазчик, потому что она у нас приболела. Вот, и вот в школу она вчера не ходила, и сегодня, так как она готовилась к выступлению, вот она и пришла. Ну вот, все готово к началу праздника. Выступление на немецко-фашистских захватчиков объявляется открытой. К носу знамен России Краснодарского края, Анапы и штандарта стоят с ним. Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Война, которая легла на плечи нашего кубанского народа, была тяжелым испытанием. 22 июня 1941 года фашисты напали на нашу родину, и вынуждены были люди, которые мирно трудились, встать на защиту Отечества, в том числе и казаки Кубани. В 1942 году, в августе месяце, когда немцы прорвали оборону на Дону и ринулись
механизированными корпусами в сторону Кавказа, кубанские казаки стали все как один на защиту Кубани. Были организованы добровольческие отряды, сотни и корпуса. Так был организован 17-й кубанский казачий корпус. Впоследствии потом был переименован в 4-й гвардейский. Первое сражение они дали вблизи станицы Кущевской. Там наши казаки не пропустили механизированную колонну. Дорогие братья и сестры, дорогие родители, учителя, учащиеся этой школы, сегодня важный день, 21 сентября. Этот день считается днем освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Что же принесло нам это освобождение? Оно нас освободило от рабства. Что хотели фашисты, немецко-фашистские захватчики здесь? Они хотели здесь устроить рабовладельческий строй, который был еще раньше, до прихода российского государства на нашу Россию, на эту землю, на Кавказскую. Когда человеческая жизнь ничего не стоила. Когда человека как барана продавали, и сдавали, и использовали в своих целях. Некоторые товары, некоторые друзья, так сказать, с востока, ближнего и прочих стран. Поэтому я хочу сказать, ребят, мы должны ценить и помнить героизм наших советских воинов, отдавших жизнь за то, чтобы мы здесь жили свободно, могли петь свои песни, могли молиться своими словами. Так что всем нашим советским воинам слава! Пишите, слава! 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 И я еще хотел напомнить, что эта победа была необычный день. Очень важно, наши все победы, нашего российского оружия, советского оружия, впоследствии, были в значимые дни. И этот день был день Рождества Пресвятой Богородицы. Так что я вас поздравляю от имени батюшки отца Виктора, был сегодня на службе, и приношу вам праздничное настроение и чувство праздника, праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица дала нам новую жизнь. Так что, девочки, имейте в виду это и помните, что у вас есть пример для подражания. Потому что простая девочка сделала то, что многие умы не могли сделать. Поэтому цените и будьте верными, будьте честными, справедливыми. И все Господь Бог вам даст, как Он дал нам победу. Вставай, Кубань, народным гневом! Урли, бушуй, метись, кипай! На смертный бой с врагом слегай! Своих сынов отважных, смелых! Вставай, Кубань! Кубань, вставай! Смерть вражья с горя смерет! Вставай, Кубань! Народным гневом бурли, бушуй, метись, кипай! На смертный бой с врагом слегай! Своих сынов отважных, смелых! Вставай, Кубань! Кубань, вставай! Анапа была небольшим городом с развитой курортной зоной. Здесь работали и санатории, и дома отдыха, пионерские лагеря. Люди мирно жили, трудились. В колхозах и совхозах Анапского района выращивались зерновые культуры, овощи, хлопок. Во всех хозяйствах были фруктовые сады. В июне 1941 года Анапа жила своей размеренной и привычной жизнью. В воскресенье, днем 22 июля, июня 1941 года, в безмятежную жизнь курортной Анапы ворвалось страшное слово «война». В суровом 1942 году Катя Соловьянова вместе со сверстниками ушла в партизанский отряд. Она выполняла разные задания. Однажды Катя должна была взорвать склад с боеприпасами. Она успела это сделать, но была схвачена фашистами. Ее долго пытали. Требовали назвать имя командира партизанского отряда. Привели Катю в ванну. На глазах Кати стали ее избивать. Но никакие пытки не сломили девушку. Тогда ее расстреляли. Именем Кати Соловьяновой названа улица в Анапе. Именами героев сегодня названа улица.
Ивана Голубца, Михаила Самбурова, Катя Соловьянова, Дмитрия Калинина. Дмитрий Калинин и с ним 32 разведчика высадились на берег. Группу заметили враги и открыли сильный пулеметный огонь. Силы были неравны, группа оказалась в окружении. Дмитрий Калинин не пожалел своей жизни, превратив ее в смерть для врагов. Он подорвался на гранате, уничтожив при этом 7 подбежавших к нему вражеских солдат. Командир румынского полка все это наблюдал в бинокль и, преклоняясь перед мужеством, отвагой, героизмом русского офицера, велел похоронить героя со всеми воинскими почестями и сказал: «Храбро бился русский солдат, вот так нужно каждому биться». Открыли могилу враги под дорогой, у дороги, где видно крест. И в знак уважения, что погиб здесь герой, поставили с надписью «Крест». И он пришел этот день, 21 сентября 1943 года, день освобождения Анапы. С каким нетерпением ждали его. Девушка в башку.
мероприятие закончено. Как, Маша, ты оцениваешь, как оно прошло? Ну, на 4. На 4? С плюсом. Хорошо. Ну, погода сегодня замечательная, тепло. Просто вы на Машу не смотрите, она у нас мерзлячка. Все, мы идем домой. Может, пойдем так? Как? Нет, так не пойдем. Ну, я не люблю так ходить. А я обожаю. А мы под кленами. Я и клены люблю. Папа, а я нормально рассказала? Хорошо, только маленько поторопилась. Опять вот что расстреляли, как-то ты быстро уж сказала. Надо было паузу сделать. И тогда, пауза, ее расстреляли. А что я неправильно говорю? А что я неправильно говорила так? Нет, все правильно, просто паузу. Пауза а тут... Зачем она? Пауза много значит, дочь. Нет, зачем она такая? Ну зачем? Это пауза. Пауза? Пауза нужна. А зачем? Настоящий артист всегда делает паузу. Ну, а я не настоящий. Я поддельный.